К другим новостям. Гидрометцентр предупредил об аномально холодном августе в средней полосе России и в большинстве регионов Северо-Западного округа. Не радует прогноз погоды и жителей Ненецкого округа. В Нарьян-Маре в связи с низкими температурами может быть возобновлен отопительный период. Вопрос рассматривается в администрации Нарьян-Мара и в ресурсоснабжающих предприятиях. По КТС все котельные уже готовы к началу централизованного отопительного сезона. Управляющим компаниям необходимо уведомить предприятие о готовности подачи тепла в дома. У вас дома тепло? Какое тепло? Ну так ничего, вот вчера кое-что пекло, так стало, а так 20 градусов. Ну, холодно. Холодно. Хватит, ветра как раз дуют в окна, и все, и не знаем, что они включают. Ну, мы не мерзнем, тепло, мы ходим раздеты, но я, правда, носки одеваю, потому что пол не такой уже теплый, как тогда, когда есть отопление. В зале в большом прохладно, то есть там мы только днем прибываем, а в кухне спим. Ну так-то вроде как свежо, так у нас обогреватель есть, иногда включаем, ничего страшного. У вас дома холодно? Холодно. Холодно? Да. А как вы спасаетесь? Греемся. Как греетесь? Спортом. Пока о готовности к возобновлению отопительного сезона заявила половина управляющих компаний. АвтосЖ в Дворянское гнездо квартиры уже отапливаются, поскольку дом имеет автономную котельную. Остальные управляющие компании продолжают готовить внутридомовые сети к приему теплоносителя. С 5 по 20 августа муниципальная комиссия проведет обследование образовательных объектов города, а с 10 августа начнут проверять жилфонд. По российским нормам отопительный сезон в населенных пунктах начинают, когда среднесуточная температура в течение 5 дней не превышает 8 градусов тепла. По усмотрению муниципалитета, тепло в дома может быть подано раньше. Ведь по прогнозам синоптиков, повышение столбика термометра в этом месяце не предвещается. По сравнению с предыдущим годом, значит, у нас вот июнь 2018 года среднемесячная температура составила 6,3, что почти на градус выше со среднемесячной температурой июня этого года. Также в июле температура у нас среднемесячная получилась 13,8, а в прошлом году она была 15,4, что тоже выше. Конечно, мы можем сделать выводы о том, что в прошлом году было в эти месяцы было гораздо-гораздо теплее. Это лето у нас выдалось холодным. Добавлю, уже к предстоящему понедельнику порывы ветра значительно снизятся, но температура воздуха, по предварительным данным, останется прежней. Наталья Кислякова, Леонид Шишилов, Владислав Носкин, телеканал «Север».